Ну что ж, смотрите. Это у нас макарошки, они винтиками. Вообще, как я поняла, они просрочены на 10 дней. Возможно, именно поэтому. Я даже, чтобы вы понимали, кастрюлю поднимать было очень сложно. Знаете, я каменщик, работаю 3 дня. Представьте себе эту картину со стороны. Знаете, в один момент зашла моя кошка, а у меня между кухней... Сейчас, момент. Следующий кадр. У меня, короче, между кухней и проходом коридора... У меня шторка, то есть у меня не дверь, а у меня просто ткань висит. И у меня кошка такая заходит, она отодвигает лапой эту шторку. Потом она смотрит на меня и... Просто... Она посмотрела на меня, она даже мне не сказала мя. Она просто убирает лапу и уходит. Это такой кошмар, это такой трэш. Возвращаемся, собственно, к следующей... Так, подождите, где... какая следующая часть? Вот это, по-моему. По-моему, вот это следующая часть. Ой. У меня просто периодически отключалась запись, потому что мне не хватало места на... Я поняла, что это будет долго. Очень сложно, понимаете? Я не при... Она была очень тяжелой. Я потом поняла, что... Я потом вспомнила о том, что... по-моему, вода в начале наливается. Переходим к сражению с картошками и зубочистками. Это было очень сложно, честно. Они очень маленькие. Денис, hello! Hello, welcome to my stream. Запоминайте рецепт. Сейчас нам очень важно воткнуть 4 зубочистки в эти картофельные. Для того, чтобы картошку положить в микроволновку. Это была величайшая война. Понимаете, это, короче, лайфхак. И у вас будет картошка, как на костре, типа, знаете? Понимаете? После того, как мы набрали воды и варим макароны, они у нас варятся, очень важно залить макароны именно водой. Не закинуть макароны в кипящую воду, а именно макароны. Мы заливаем сразу водой, ставим, только потом включаем воду и непосредственно берем свеклу или свеклу, кому как удобней, а мыть макароны на... Они помоются сами, в котле, в ванне, я не знаю. Не знаю, в чем они помоются, но я тебе гарантирую, что они помоются так, что ух, мама, не горюй. У нас происходит война со свеклой. Почему такие пики? Ладно. И ножом. И ножом, да. Я долго воевала. Я долго с ним воевала. А считается ли это фистингом? А что я там говорю? Я там что-то говорю? Суп с руками? Нет, не с руками! Что? Я так вот что это говорю!
честно. Я долго пыталась воевать с ней. Мясорубка называется эта техника. После того, как мы ее нарезали, мы берем свеклу и кидаем ее в макароны. Да. Мы подкрашиваем макароны, чтобы они... Но мы... Кто мы такие, чтобы покупать красители? Понимаете? Красители — это долго. Это дорого. Нам нужен цвет. Нам важно создать основу для нашего монстра. Поэтому очень важно, чтобы макароны были не помешаны. Запомните, это очень, очень важный момент. Вот. Мы берем наши макароны. Они именно что должны быть одной массой. Запомнили? Запомнили сейчас? Одна масса. Чуть розовых макарон. Не спрашивайте, в чем у меня руки. Даже не пытайтесь спросить это. Просто посмотрите на это. Я даже уже сняла руки и отдала ему свои руки. Понимаете? Понимаете? Я буквально отдала ему руки. Потом я взяла копчик. Это соус для барбекю. Я выплеснула ему все на лицо. Я излила на него просто все. Посмотрите, у него есть руки, у него есть глаза, у него есть даже чешуя. Сейчас вы увидите главный ингредиент, на который слилась почти половина, то есть какая почти половина? Половина бюджета. Пам-парам, пам-парам-парам. Знаете, что это? Знаете, в чем будет купаться наш гомункул? Кайто, 25 рублей, спасибо за донат. Знаете, в чем будет купаться наш гомункул? Знаете? Знаете, в чем он будет плавать? В черной, мать его, икре! Приколитесь, это черная икра! За 53 рубля! Она стоила 53 рубля. Она была по скидке. И это черная икра. Да. Именно так. Понимаете? Он будет плавать в черной икре. Посмотрите, посмотрите, сколько ее много. Она... Уитком 40 рублей. Я был прав, неужели я говорю? Получается так, поздравляю. Просто... Я обсыпала его все. Всего. Икрой. Потом, я, конечно, оторвала немного у него руку, но я положила. Я положила это все. Я начала его же рукой покрывать. 100 рублей, спасибо за донат. Это лучшее, что только я видел. Купаться в черной икре за 53 рубля. Наполню ванну и буду плавать. Но это же гениально! Ты его убила! Это ванна из черной икры! Просто посмотрите. Я ему открыла глазки, чтобы ему было все видно. Я потом поправила его ручку. Да.
все, и это чудо может стать вашим. Всего за 100 рублей, понимаете? Ой, ё-моё. Ну, дальше меня вырвало на него. Но это я не стала снимать. Я, в принципе, не шучу, это был соус. Я его добила, как он и просил.